если президент слушает прослушки или читает, то им можно манипулировать легко. Это правда. Потому что в прослушку можно вписать все, что угодно. Это правда. Даже голос можно синтезировать, если надо. И получится, что я вам вчера звонил и сказал вам, ну, дальше вы сами... Что-то неприличное. Что угодно. Да. И мало того, вы согласились с радостью. Вот, ну и все. Это правда. И все. И это принесут на стол раз, принесут два, принесут три. И когда вот так внезапно сгорают чиновники, а это не первый случай, но только это показательный, да? Ну, это вполне можно так делать. Теперь есть, еще одна тема. Силовые ведомства вполне себе могут манипулировать со страшной силой. Вот, это, так вот, я говорю, это способы управления страной. Mm-hmm. Только в них есть разные элементы. Вот есть такой элемент, что можно управлять и принимающим решением. В этом смысле и президентом можно управлять. Значит, если ты как первый руководитель читаешь, прослушаешь и полагаешься на них, все. Раньше или позже... Я с тобой могу сделать все, что хочешь. Вот если кто-нибудь слушает это, Вайна какой-нибудь, вот пусть он учтет, что когда он кладет папочку с текстом прослушек, аутентичность этих прослушек и действительно ли там это написано, под большим вопросом. Знаете, не вот.